такие вот общежития строятся под Одессой для военных. Прекрасные, чистенькие. Значок гордости Украины. Сейчас попробуем зайти вовнутрь, увидеть, что там внутри творится. Но, в принципе, неплохо. Даже очень неплохо. Сынок, пойдем, зайдем. Ага, тут закрыто, закрыто. Тут у нас там такое. А? Такие стульчики стоят. Неплохие. Вот такие вот пожарные выходы, подвалы. Чистенько все. Ну, не супер-пупер там может быть, но по крайней мере лучше, чем было. О. Вот так вот. Заходи, 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 заходи. Телефончик. Пожарная охрана. Пожарная охрана. Холодильничек. В общем, даже неплохо. Саш, не заходим, не заходим. Саш, в общем, даже неплохо. Может, не супер-бупер там, но по крайней мере, лучше то, что было. По крайней мере. Имеется такой душик. Душик, бойлеры. Такие бойлеры Атлантик. Ванечки такие вот. Очень даже ничего для военных, которые живут в полях сейчас. Это бомба просто. Тут тоже такой же самый расклад. Вот такой же. На сколько? Раз, два. На 7 человек выходит. На 7 человек. Плюс столик. Плюс столик. Ну такой чисто американский такой стиль. Ну неплохо, неплохо. Короче говоря, одна такая комнатка на 14 человек. А тут у нас, я так понял, что тоже какая-то. Тут туалет у нас. Вот две кабинки. Такой вот ванночек, крючочек такой вот. Вот так вот. Неплохо, неплохо. Неплохо. Короче, в пятницу приедет Зеленский сюда, будет открывать. Так что мы на волне, сынули. Сынули, пойдем. Короче, вот такие вот делишки. Ну, слава богу, улучшение есть. Тут надо уборку сделать, чтобы Владимир Александрович не наступил на колесо какое-то. Вот так вот. Так что красиво, красиво. Тут вторая казарма. Очень даже неплохо. Да, сынок, я тут. Неплохо, неплохо. Отлично, слава богу. Отлично. Я так понял, что такая-то офицерская, наверное, будет общежитие. Сушилочка есть, все. Ну, это нормальное явление. Так военный должен жить, он должен ни о чем не думать. Это нормально. Это норма, это норма. Это норма жить. Холодильничек Эленберг. Такой простой, но. Ну нормально. Прачечная. Прачечная. Вот такая. Прачечная. Очень даже неплохо. Круто. Короче, друзья, вот такие вот дела. Збройні сили відстроюються потихеньку. І все буде добре. До побачення. Все, всім найкраще, всього найкращого. Доброго дня. Будуйте нове, руйнуйте старе. Особливо в голові розрушайте старе і стройте нове. Либо хотя бы ремонтируйте то, что есть. Но лучше выкинуть старое, построить новое. Все, всем благословения, хорошего, чистого неба. И пускай это будет просто общежитие.
для наших молодых ребят. Пока. С Богом.